Юрочка, Юра, осторожно, камера. Юра, садись, поводишь, Юр. Говори, ну вот. Так, приглашается Пастухов Артем, Джинта Латина, и Кюзетор Никита, спортивная школа. Пожалуйста, приготовиться. Мартыненко Мариус, Жасан Даниил. Артем, он тренируется. Ноги смотри. У нас не разрешается за ноги брать, а у них разрешается. Не можно. Можно за ноги брать, да, здесь можно, это тренд-то. Сейчас, одну секундочку. Подожди, одну секундочку. Подожди, сейчас. Сейчас. Душить нельзя, надо на лопатки положить. Душить нельзя, Артем. Артем, смотри, бороться. Руки внимательно, не по сторонам. Смотрите, голова не ударьтесь, ручки вперед. Готовится Мартыненко Мариус. Жасан Даниил, разминаются, не стоять. Даниил, разминаться. Молодец. Ближе ручки вперед. Итак, представители борьбы дзюдо. Лобта-либеры на ковре. Помолдавская национальная борьба тренда. Задача положить на лопатки. Это самые смелые мальчики. Пошла последняя минута. Положить. Хорошо, Артем. Положить на лопатки – это задача каждого из борцов. Борец с красной повязкой. Кюзетор Никита. Школа примирения Гимпу. Борец с белой повязкой. Пастухов Артем. А их ждут ценные призы. И дальше, Артем, на него уходит. Вот, держи, держи, держи. Аккуратненько, ложи, ложи, ложи. Вот, вот оно, лопатки. Пожалуйста, борцы подошли. Итак, эту схватку выиграл Кюзетор Никита. Ну что, не уходите, вам призы. Так, Никита, ты выиграл, кто выбирает? Держи. Но я думаю, Никита, вы поделитесь свой этот и приглашается Мартыненко Мариус. Жасан Даниил.
Приготовиться. Боробой Влад, Левицкий Владимир. Так, малыш, черный ходит. Иди сюда. Иди сюда. Кто ты тут? Ты занимаешься? Да? Да? Итак, время. Артем. Как поменять? Да, поменять. Артем Лукадеев. Вот один из борцов. Фамилия которого Шасан Данил. Мог положить своего соперника на лопатки. И выиграть, ну не барана, но приз. Так, что берешь? Держи! Похлопали! Влад, разминайся! Итак, на ковер приглашается Левицкий Владимир, Боробой Влад! Борец красный поясом Левицкий Владимир. Молодец, Петру Копей. Борец синим. Борьба за Боробой Влад. Школа номер 12. Влад, ручки, да. Держи подальше его. Время. И вот два самых сильных. За пояс держи их и все. Ну, до того, кто же у нас здесь? Постараться в лопатки, тени нет лопаток еще. Держи руку. Руку держи. Итак, есть победа! Молодцы, ребята! Эту схватку выиграл Боробой Влад, школа 12. И получает призы! Ничего, будешь пояс оставь только. Так, да. Спортивный лицей номер 2, лечебный директор спортивный, приглашает всех на учебу, питание, тренировки двухразовые. И сейчас на ковер приглашается борьба за петуха. Ангел Владимир, лечебный теоретик, профиль спортивный номер 2. И Салкутан Максим, спортивная школа номер 2. Представитель с белым поясом, борец дзюдо. Представитель с красным поясом, Лукта Вебера. Ну, будем говорить, что броски, захваты за ноги. Мельницы, через спину с колен все разрешается. Кроме борьба 3 минуты. Вот он, петушок наш. Время. Ноги, 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 Влад. Руки, руки. Влад, ноги смотри. Они же в ноги все время ныряют. Оп, осторожно! Блин. Влад, тебе то, что тренер сказал. Наклонись как можно ниже. Если не хочешь, хочешь живой остаться. В ноги все время идти надо. Все время в ноги. Выдержи, Влад.
Двигайся, двигайся. После этого приготовиться взрослым. Прошла минута. Ноги, ноги все время ноги береги. Ты туда смотришь? Итак, эту схватку выиграл. Не отпускай. Салкутан Максим, школа мира, и выиграл приз «Петух». Вы не уходите, мальчики, не уходите. Надо сфотографировать для отчета. Да, что не просто так петух съедет. Съедет с знанием дела. Так. Так, что я должен сделать? Петуха освободить. Петух, извини. Петух, извини. Нет, не сразу. Так, победитель, возьми петуха. И на место. Подними, чтобы я должен сфотографировать. Так. Держи его. Оп. Так, сейчас я скажу. Так. Эту схватку выиграл Салкутан Максим. Подними петуха. Подними. Пройдись вокруг. Вот так, давай. Похлопали. Молодец, Максим. Хорошо. Все, спасибо, ребята. Так, пожалуйста, приготовятся большие ребята. Те, которые будут разыгрывать. Так. Покажитесь, пожалуйста. Кто у нас борется? Выше на КВ. Что видели вы? Всех. Раз, два, три, четыре, пять. Значит так. Узуган туда. Личео муниципал профи спортив. Вон, шаг вперед. И назад. Попович Серджио, Джинта Латины. Спивак Сергей, Личев Гоголь. Каланчик Георгий, спортивная школа номер 2. Гаина Александр, школа спортива, резерв Олимпичи. Так, Чепан свою кандидатуру снял. В пользу победителя. Все, мальчики, 5 минут вам размяться. Так. Сережа, Саш, Сережа, мне нужно, чтобы вы сейчас, вот вы вдвоем, или не знаю, Сережа, кто-то из вас, мне нужно, чтобы вы показали бедро, право, заднюю подножку, стоп, переворот, мельница. Просто мы проведем показатели, а потом уже начнем дальше работать. Кто будет? Сережа, ты с кем? А, да. Что с ними знаешь? А? Вот, кстати, у вас блин, с кем? Возьми любого, с кем ты? Саша? Саша? Сережа, и ушел. Дети, мне нужно мельница, мне нужно переворот, мне нужно сзади подножку, все полень, через бедро, через плечо. Возьмите там, просто сделайте пару раз, я потом удивлю, вы покажете. Сейчас с кем я борюсь? А? С кем я борюсь? Сейчас я посмотрю. Так.
Красивый. Там прости дело, это ты шею разбинаешь. Что проконтролировать? Здравствуй, товарищ тренер. Приветствую. Где ваше начальство? А помните, вон по дереву пришли. Они его обманули, не дали ему денег. Он сдал, и они второй раз пришли, он пошел и сказал нет. Да. Должны. И мне должны, всем должны. Но просто ему не дали тогда. Украина и Челась. Так, и? Так вы сделали броски или нет? Сделайте мельницу. С колен можно? Через бедро. Давай, через бедро. Через бедро. Сережа, давай переворот. Да. Через спину с колен. Мельница. Один делает, потом другой. Так, Саш, заднюю подножку давай. Саш. Итак. Перед вами 5 минут перерыва. Перед вами выступят показательными выступлениями борцы дзюдо. Гаина Александр и Спивак Сергей. Они покажут некоторые приемы из борьбы самбо, дзюдо, из борьбы тренда. Бросок через бедро. Саш, три раза делай. Бросок через бедро. Сереженька, три раза бросил и другой. Так, бросок мельница. Или захватом через плечи. А после этого приготовится Буздуган Попович. Переворот пошел. Бросок, переворот. Через спину с колен, Сережа. Вот так, хорошо. Через спину с колен, Сережа. Туда. Обойдите, поправьте чуть вам. Там. Еще раз, пожалуйста. Хорошо. На этом разминка, показатели выступления закончились. И приготовиться. На поклониться, да вы поклонились бы, руки пожали. 4 минуты положить на лопатки. Буздуган Попович. Приготовится Гаина Каланча. Сейчас одну секундочку. Тимасло Катаре Чокай, Митецени Сенатов, Салутерде на Ботаника. Уважители, всем сърбатоване де астрес, ще дадим факт, че Клеечен и Стирки Клима дадим сектору на Ботаника. Борец красным поясом. Буздуган Тодор, спортивный лицей, номер 1, сектор Буюкане.
борец с синим поясом Поповский Влад, Попович, который и выиграл свою схватку. Поклопали ему. Вышел следующий круг. Баран все ближе к вам. Пояса остаться. На ковер приглашается Гаина Александр, спортивная школа Олимпийского резерва, и Каланча Георгий, школа спортива номер 2. 4 минуты после этой схватки приготовится Спивак Сергей Попович. Мальчики, один здесь, другой там, другой здесь. И поправляйте мат. Разбежали. И ничего, ничего. Да, Сережа, придержи там. Да. Руку вытащи, руку вытащи. Ноги шире. Вот два сильных борца. Саша, руку под мышку не ставь. Ну. Ушел. Крутись. Еще. Все, переворачивай. Сережа. Куда ты ушел? Встань, помоги, там этот мат придерживай. Саша, руки сверху. Саша, не давай ему руки сверху брать. Пояс достань. Или сверху пояс. Хоп. Ушел. Эту схватку выиграл Каланча, спортивная школа номер 2. Поклопали! На ковер приглашается Стилак, Лючевый Гогол и Попович Сергей. Спортивная школа Олимпийского резерва. Артем, придерживай с той стороны. Артем, Пастухов, с той стороны мат, покрышку придержи, пожалуйста. Да, там, Артем, там. Все, баран ушел. Так. Так, придержи там. Придержи, мать. Можешь сесть, просто сядь. Так, прошло 2 минуты. Hey!
Попович! И вышел в финал! Похлопали! 2 минуты перерыв, Сережа, и борьба. Физика, физика. Сейчас. Тут. Вы вдвоем выйдите, вот ты и ты, выйдите и по броски поделайте, чтобы нас время. Выходи, выходи, Серега. Зачем делать Чебанянскую, если нас не нажало? Давайте, бросочки, любые. А после не надо кону. Так, Серёжа, чувствуешь себя? Первый? Так, Серёжа, пока не поможешь убрать, вот поможешь и упадет. Саша, где брат? Где брат? Ты ж кричал, там. Серёга, он вольный, будет ноги лечь. Да, он будет. Так скажи, что ему делать? Я ему сказал, что он будет постоянно. Что делать? Это что, ноги? Так. Ну что, все, можно? Так, пошла последняя минута. Давайте, давайте работайте. Серега, сделай 10 раз через спину с колен, и пусть он встает. Давай. Или через бедро, или с колен. 10 раз. Приготовиться. Финал. Разыгрывается ценный приз. Бербек. 100-летней выдержки. Руки пожмите хотя бы, нет?